Всем привет! Меня зовут Шамина Александра, и я прохожу обучение в онлайн-школе Ирины Александровской. На данный момент я уже занимаюсь почти 2 недели, изучила 4 видеоурока, фотоуроки, и могу сказать, что уже чувствую прогресс. Благодаря урокам я разобралась в технике выполнения многих элементов, они стали понятными, и что значительно облегчает творческий процесс, и я уже могу придумывать свои дизайны какие-то, и мне очень-очень нравится этот процесс, хотя до обучения я волновалась, переживала по этому поводу, что с фантазией у меня не очень, и если нужно будет придумать что-то свое, в этом я облажаю, но бояться не нужно, нужно практиковаться и действовать. Вот, еще мне очень нравится, что у нас в процессе обучения есть блок полезных привычек. Благодаря этому я практикую теперь привычку одну, которую хотела уже давно вести себе в ежедневную практику. Это утренняя страница. Очень-очень интересная и полезная практика. Кто не знаком с ней, обязательно попробуйте. Еще мне нравится, что ребята нам дают советы, как монетизировать свое творчество, как купить этот курс, делятся своим опытом. Я, конечно, сама еще пока не пробовала этим заниматься, потому что не совсем себя уверенно в этом чувствую, но как только руку набью, и обязательно-обязательно буду продвигать творчество Михенди в массы. Вот. Всем участницам я желаю вдохновения, усердия и знать вообще цель, что вы хотите от этого получить, для чего вам это нужно. Вот. И также всем тем, кто хочет записаться на этот курс, не решается, я рекомендую это сделать. Если вас душа просит, то не думайте, а делайте. Сама, кстати, я записалась на курс после того, как мне моя знакомая рассказала про то, что она прошла обучение в онлайн-школе Михенди Ирины Александровской, и я записалась на курс. И нисколечко об этом не жалею. Спасибо большое Ирине и Спартаку за ваш труд. Всем удачи!